акация цвела, только в низинах где-нибудь цветет. Поехали искать аспарцет. Сейчас проедем лес, речку покажем вам нашу космовую. Проедем дальше и выйдем на луга. Вот такая у нас красота, ленточный бор. Можно легко заблудиться. Глянь, сколько рыбы съем. Ё-моё! Ты посмотри! Тысячи карасей! Ух ты, правда! И видно. Смотри, вон они побольше. Не видно будет. А ну чуть-чуть видно, что что-то бултыхается. Да, он побольше есть. Ё-моё, сейчас тут на паук. Это у нас единственная речка Космола. Течет длинная-длинная. Ну, она такая очень-очень спокойная. Видать рыбку. Ух ты. А здесь будет видать. Рыбы сколько? Вон, да, на берегу посмотри. У нас даже летом бывает белым-бело, как зимой. Все в тополином пухе. Просто веточки как будто снежком покрыты.